Решил снять еще одно видео, показать немножко миксопода от первого лица, а также записать, как звучат его шестерни, которые уже практически стерлись, скрипят, скрежещут. Так как многие ноги уже плохо функционируют, то надежнее всего он ходит походкой, когда в воздухе только одна нога, а стоит он на остальных пяти ногах. Слева ногу заклинило немножко, без посторонней помощи она не согнется. При такой походке, конечно, скорость не очень большая. Нагрузки еще добавляет несчастному гексаполу камера, которую она себе таскает. Без камеры на хребте, конечно, чуть-чуть полегче. Опять ногу заклинило, чуть-чуть в другом положении, но та же самая нога постоянно клинит. Это походка с двумя ногами в воздухе. Перемещает механизм в два раза быстрее, чем походка с одной ногой в воздухе. Thank you.
А самая быстрая походка с тремя ногами в воздухе ему дается уже совсем с трудом. Потому что при такой походке две ноги с одной стороны держат его, и одна нога с другой стороны. А если эта одна нога больная, то это не очень удобно. Еще немножко более детальный вид, как работают ноги от лица велосипеда. Эх, как они хрустят уже. Пластиковые шестеренки на таких маленьких сервах решительно не подходят для таких нагрузок. Поэтому можно сказать, что... Ну, не то чтобы одноразовый, но... Не для долгих и больших прогулок, и уж тем более не для нагрузок. Залипла. Пока я пытаюсь показать возможности движка по перемещению платформы. Но на самом деле платформа полностью двигается во всех плоскостях, по всем осям вертится относительно ног. Главное, чтобы ноги дотягивались. Там на фоне кричат попугаи. Не обращайте на них внимания. Попугаи не механические, живые, пока еще. Но на этом мои издевательства над фиксоподом не закончились. Сел на велосипед, упаковал дуплянный рюкзак. Решил попробовать проходить им по пересеченной местности, ну или хотя бы пошуршать листьями. Сейчас же осень, это модно. Но не тут-то было. На улице был мороз, градусов 6. Полимерный аккумулятор, которым оборудован мой Exopod, просто не хотел отдавать нужный ток. При этом он был где-то наполовину разряжен, может, если бы он был набит полностью, он бы чуть-чуть побегал, но он не хотел бегать совсем. Просто как только нагрузка на него повышалась, напряжение просаживалось. Причем импульсно просаживалось так, что контроллер вырубался. Оп, все. Хм.
Не, пожалуй, полежу, думая, не цапать. Вот и все.